Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Так, вы пишете: у меня с парнем была просто интимная связь, но я начала влюбляться. Татьяна, скажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, что у вас с парнем была просто интимная связь? Нет, поймите правильно, ничего против этого я не имею, тем более спариваться, создать вас я не собираюсь, это не мое дело от слова совсем. Я говорю немножко о другом, я говорю о том, что если вы решили вступить с парнем в интимную связь, вот, то на что вы ожидали, на что вы рассчитывали, чего ожидали, и как получилось, что вы вступили с парнем просто в интимную связь, да? Дальше вы говорите: я начала влюбляться. Опять? Хорошо, если так. Но что вы вкладываете в свое выражение «начала влюбляться»? Что именно вы вкладываете в это? Потому что, например, для меня, именно для меня, то, что вы пишете дальше, это не влюбленность, а больше похоже на любовную зависимость, на нуждаемость в человеке. То есть, как бы, влюбленность, имеющая, достаточно мало, я бы сказал, отношения. И если это действительно так, то это уже нужно разбирать более подробно, потому что и проблематика более серьезная, да, и любовная зависимость на ровном месте не возникает. Вот, в принципе, то, что можно было бы вам сказать, да? Ну, я не знаю. Достаточно ли вам это? Или нет? Вот. Так что такой вот момент. Дальше. Не так давно я узнала, что он спит с другими. Но это нормально, с учетом того, что у вас просто интимная связь. Я не знаю, как теперь перестать думать о нем. Постоянно хочу к нему, не сплю ночами, но понимаю, что именно меня страшно, а я страдал. Татьяна, вот вы говорите, как перестать думать о нем? Вот что именно вы думаете о нем? Хотите к нему, чтобы что? То есть, ну давайте вот как-то разберем эту ситуацию несколько более подробно, может быть. Вот. А то мало довольно информации вы предоставили о
в себе. Ну и о ситуации этой в целом. Понимаете, да? Что я имею в виду сейчас. Дальше. Я страдал. Из-за чего? Подумайте об этом, Татьяна. Почитайте в интернете, что такое любовная зависимость. Вот и обращайтесь к нам за помощью, если захотите исправить вот ситуацию в целом. Если вы хотите исправить это. Да? На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена. Love.